Котики вперед представляют. Играем с Катей и Котей. Друзья, мы запустили игру «Северный полюс», где вам предстоит помочь котикам отыскать компас, построить воздушный шар и выполнить множество других увлекательных и интересных заданий. Переходи скорее по ссылке в описании. Всем привет, котятки! Сегодня мы с Котей и Катей будем пить чай. Ура! Чай! Как здорово! Катя, побежали за посудой! Для нашего чаепития нам нужен чайник. И чай, который мы будем заваривать в нашем чайнике. Открываем и насыпаем заварку. Теперь нужно заварить наш чай кипятком, но это лучше оставить взрослым. Пока наш чай заваривается, давайте-ка принесем посуду, из которой мы будем пить чай. Теперь давайте расставим чашки в блюдца. Пускай они будут разного цвета. Катя, мы же забыли про угощение к чаю. Точно! Печеньки, варенье и мед. Фи, мед. Как ты можешь кушать мед? Что это ты имеешь против меда, а? Он же такой вкусный и полезный. Ну как же, в нем совершенно нету ягод. Например, в варенье ягод очень много, за счет чего оно очень вкусное. А в меде что? Ничего. Как это ничего? Мед сделан из нектара. Его собирали пчелки, он не может быть невкусным. Ну давай проверим. Положим мед и варенье в вазочки и сравним. Давай. Котятки, пока вы спорили, чай уже заварился. Давайте налью вам. Спасибо, Алена. Котя, пойдем попробуешь варенье. Да, вкусное, но мне кажется, мед тоже вкусный. Дай попробую. Да, мед тоже ничего, но что же вкуснее, как решить? Котятки, у меня есть идея. Давайте позовем кого-нибудь третьего и спросим, что же вкуснее, варенье или мед? И тут на помощь котяткам пришла мартышка. Привет, мартышка! Помоги разрешить наш спор. Что вкуснее, мед или варенье? Дайте-ка попробую. Вкусненько. А это... Тоже вкусненько. Что-то я не распробовала. Можно еще? Конечно, угощайся. Спасибо, Катя. Ого, мартышка, ты что, все съела? Да, но я все равно как-то что-то не распробовала. Не могу сказать, что вкуснее. А у вас есть еще? Еще? Катя? Нет,
у нас больше ничего нет. Ну, раз ничего нет, то я пойду. Спасибо за чай. Ну, Катя, в следующий раз никого звать не будем. Сами будем пить чай. Согласна, но мы так и не решили, что вкуснее, варенье или мед. Катя, я думаю, что и то вкусно. Поддерживаю. Котятки, а вы уже скачали себе приложение Kit & Kat, в котором загружены все эпизоды нашего сериала? А новые серии второго сезона выходят там первыми. По ссылке в описании.